В Бахрейне, где набирают силу народные волнения, крупнейшая оппозиционная шиитская партия призвала своих сторонников не продолжать акции протеста. Заявление Исламского общества национального согласия прозвучало в день, когда власти объявили о введении комендантского часа и запрета на проведение демонстраций в столице Манаме. Ранее в результате столкновения оппозиции с силами правопорядка здесь погибли несколько человек с обеих сторон, есть десятки раненых. Волнения в Бахрейне начались в середине февраля. К середине марта они предельно обострились, и в стране было введено чрезвычайное положение. В акциях протеста участвуют в основном мусульмане шиитского толка. Шииты составляют большинство жителей страны, власть в которой принадлежит суннитской династии. Протестующих, в частности, не устраивает то, что король назначает членов Верхней палаты парламента.